Этой весной я купила еще одну дачу в своем садовом товариществе. Сюда давно никто не приезжал и не ухаживал за домом. Засаленная отделка, куча хлама. Но мне всегда так нравился этот домик, особенно веранда. Я расхламила дом, оставив интересные находки. Остальное вывезли тремя КАМАЗами. Найденный на участке металл сдали в переработку. Потом нашла помощников, и мы приступили к демонтажу. То разрушительный этап закончился, и переходим к созидательному. Приехали на 41-й километр МКАДа, это магазин «Оби». Закупаем деревяшечки, ну, то есть вагонку, планочки, уголочки, краску, обои, в общем, все, что нужно для внутренней отделки нашего будущего уютного домика. Нам нужно было много вагонки и краски. Еще я выбрала светлые обои с птицами. Веранду мы обили вагонкой, а в комнатах она пойдет только по низу. Второй этаж, весь деревянный, как баня, я полностью покрасила. Вот такими получились комнаты. Осталось покрасить